Сотрудникам ГУВД столицы по горячим следам удалось раскрыть преступление, совершенное в Мирабадском районе. Подробности о том, как происходил процесс оперативного задержания, в сюжете, подготовленном пресс-службой ГУВД города Ташкента. 7 апреля во второй половине дня в дежурную часть ГУВД города Ташкента на 102 поступило сообщение об угоне автомобиля марки Lacetti Gentra цвета дельфин с государственным номером 10Г195ПА. Выяснилось, что владелица автомобиля, девушка по имени Севара, проживающая в Махале Салар Мирабадского района, 3 апреля была вынуждена припарковать свою машину со спущенным колесом возле своего дома. При этом ключ она забыла в замке зажигания. Спустя несколько дней она обнаружила, что ее машина нет на месте, и позвонила в милицию. В результате проведенных сотрудниками УКД УВД Мирабадского района оперативно-розыскных мероприятий при помощи записи камер видеонаблюдения по горячим следам удалось задержать злоумышленников. Ими оказались ранее неоднократно судимый за совершение кражи 33-летний Шерзот А и его товарищ 21-летний Руслан Ф. Ранее также неоднократно судимый за угон автомобилей и совершение кражи. Позже сотрудники внутренних дел обнаружили машину со снятыми номерами в арендованном гараже. Моя супруга Анна Нарматова дала объявление в аренду, сдается гараж на 13-м квартале возле мечети. Вчера в 3 часа дня встретились с Шерзотом, он взял ключ и ушел. Мне позвонил Шерзот, чтобы приехать ко мне. Я ушел, стоял возле дороги. Подъехал Шерзот на вот этой машине. Я ему говорю, он там возле гаража стоит с дутым баллом. Сколько дней бы бросили, что ли, или что, и все. Ключ там оставили, звонки были, или что-то. Я ему сказал подождать там за домами. Можно так сказать. Сам пошел, сел в эту машину. Машина открыта была. Ну, сняли гараж, номера сняли, выбросили в это. Выбросил в речку. И на этой машине потом приехали сюда. Вот. Руслан предложил ее распилить вообще. Самое интересное, что неоднократное пребывание в местах не столь отдаленных ничему не научило молодых людей. Вместо того, чтобы забыть о вредной привычке, похоронить ее и начать новую жизнь, работать на благо своей страны, они вновь переступили черту закона. По данному факту следственным отделом УКД УВД Мирабадского района было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 267 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В данный момент ведется следствие. Уважаемые жители и гости столицы, злоумышленники пользуются тем, что иные владельцы транспортных средств оставляют ключ в замке зажигания, а некоторые даже забывают закрыть двери. В связи с этим ГУВД города Ташкента просит вас быть внимательными. Не полагайтесь на надежность автосигнализации вашего автомобиля и по возможности ставьте свою машину на охраняемую стоянку, предварительно осмотрев салон. Не оставляйте в салоне свои кошельки, сотовый телефон, сумки, портмоне и так далее. Убедитесь, что двери вашего автомобиля надежно закрыты.